Этот парк на стадионе «Спартак» точно пустовать не будет. Это не удивительно. Он такой единственный в Бобруйске. Создан специально для занятий экстремальными и уличными видами спорта. Большие скорости, крутые спуски – это про него. До появления такого объекта ребята где только не тренировались. На ступеньках, бордюрах прыгали даже с памятников. Ну а теперь у них появился свой собственный дом. Кстати, первый во всей области. Безусловно, очень важно, что скейтбординг включен в программу олимпийских видов спорта на Олимпиаду 2020 года в Токио. И появление этого небольшого, даже с базовыми фигурами скейт-парка в Бобруйске, даст толчок к развитию этого направления спорта. Место для катания на скейте, роликовых коньках, велосипеде и даже самокате. Расположить будущий парк с базовыми фигурами решено именно на «Спартаке» в связи с тем, что это та часть города, где сосредоточено много средних учебных заведений. Способствовала также развитая транспортная инфраструктура и тот факт, что территория стадиона находится под видеонаблюдением. И как видим, парк уже становится любимым местом отдыха молодежи. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.